Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о священной броне. Она в параметрах вашего персонажа. При разблокировке священной брони вы будете получать бонусы параметров здоровья, стихийной атаки и защиты, а также один пассивный навык брони, который будет зависеть от уровня усовершенствования священной брони. Для повышения уровня священной брони вы должны использовать два вида огня перековки. Простой огонек перековки и безупречный огонек, огонь перековки. Простой огонь перековки используется для вознесения священной брони с более низким разрядом, а безупречный огонь перековки нужен для вознесения священной брони с более высоким разрядом. Вознесение священной брони повышает ее разряд и уровень навыка. Огонь перековки вы можете получить в награду в океанской битве, в одиночных и мировых боссах, во вторжении логове демонов, в призрачном мире, а также в магазине алмазов ежедневного лимита покупок. Безупречный огонь перековки вы можете приобрести только в магазине алмазов. По достижению 200 очков священной брони активируется ее талант защиты священной брони, который увеличивает снижение урона. По достижению максимума очков священной брони для Т3 и выше можно активировать ее талант усиления священной брони. Чем лучше священная броня, тем сильнее эффект. Усиление священной брони Т5 и выше повышает максимальное здоровье. Усиление священной брони Т7 и выше снижает требования для роста священной брони. Усиление брони Т8 и выше повышает снижение подавления. По достижению максимума очков священной брони для Т10 и выше можно активировать эффект таланта благословения священной брони и ненадолго получить эффект фиксированного здоровья. Этот талант очень полезен в сражениях с другими игроками. Во вкладке «Ячейки для самоцветов» для каждого уровня священной брони вы можете использовать 5 определенных самоцветов в соответствующих ячейках. Самоцветы ОЗ «Здоровье», «Огня», «Воды», «Земли» и «Воздуха». Все самоцветы вы можете приобрести на нападении на босса в проклятых землях, в магазине развития и на различных аукционах. В магазине развития вы можете приобрести любые самоцветы за алмазы. Также самоцветы более высокого уровня вы можете синтезировать, выполнив необходимые требования. Также вы можете синтезировать безупречные самоцветы здоровья, огня, воды, воздуха и земли. Безупречные самоцветы огня и воздуха повышают урон навыка. Безупречные самоцветы земли и воды повышают снижение урона навыка. Безупречный самоцвет здоровья повышает коэффициент святого щита стихийной защиты. Все безупречные самоцветы имеют по 3 параметра. Обычные самоцветы имеют 2 параметра. Для синтеза самоцветов уровня 7 вам потребуется один самоцвет уровня 7 и камень слияния различных стихий. Для синтеза улучшенного самоцвета уровня 8 вам понадобится самоцвет уровня 8 и 3 камня слияния. Для синтеза улучшенного самоцвета уровня 9 вам потребуется уже один самоцвет уровня 9 и 9 камней слияния и так далее.
камни слияния вы можете приобрести на распродаже понедельника в событиях чешуек, обменяв священные весы в магазине некоторых рулеток, а также во время события скидок и распродажи. Вы можете приобрести самоцветы уровня 7, камни слияний, а вот сундук выбора камней слияний, а также один улучшенный самоцвет уровня 7 различных стихий. При покупке нескольких предметов вы можете получить скидку. Всем спасибо за просмотр!